Отдыхаю. Блин, как это неприятно! Что ты делаешь? Вы слышите, как тревожно орут цикады. Как это неприятно, как нагнетает атмосферу. Всем хай, с вами Юджин и друзья. Сейчас у нас Хэллоуин, ну либо за день до Хэллоуина, либо чуть раньше, короче, как выйдет этот видос. Не знаю, но в общем, канун этого прекрасного праздника, где можно нарядиться, постриматься и повеселиться. И, кстати, наверное, это будет первый Хэллоуин, в который я буду сам наряжаться в костюм. И мы, в общем, пойдем тусить. Евгений пойдет тусить в костюме хэллоуиновском. И также заходите в мой Дискорд. Сейчас заходите в мой Дискорд. Там ивент хэллоуиновский проходит. Ребята-админы очень стараются. Вот ссылка... Ой, извините, микрофон. Ссылка в описании на Дискорд. Заходите, друзья. А сегодня мы с вами в честь такого праздника играем в страшную игру, разумеется, от Chillest Art, которая называется The Night Way Home. Ночной путь домой. Что может быть страшнее? Одно название только уже намекает на то, что будет хомяк. Вот на что она намекает. Доброе утро. Какой сейчас час? Она уже ушла на работу. Кто она? Я? Я рабочая женщина? Я побежала на работу, и ночью придется возвращаться поздно. Мы нашли... мы выяснили, что школьница из младшей школы пропала. Вчера в 8 часов вечера Сэцуна Фунамори, которая, как полагается, шла домой после дополнительных занятий, пропала. Погодите, который сейчас час? Я же опоздаю. Школьница пропала. О, нет. Мы это школьница? Нам покажут ее историю? То есть я все-таки пропаду в конце? Эй, ты слышала? Девочка из соседней школы пропала вчера. О, я знаю. Я думаю, это было на станции? Верно. Она сказала, что она попрощалась с другом или с подругой на станции и не видела ее с тех пор. Но она сказала ее друзьям, что она не хотела идти домой, верно? Так может быть, она просто убежала из дома? Может быть. Это не страшно? Разве это не страшно звучит, что с тех пор ее не нашли? Ну, да. Но я бы все равно убежала. Слухи говорят, что дома было насилие над ней. Мне очень жаль ее. Да, это стрёмная вещь. Домашнее насилие — это жесть. А, да. Я бы не смогла выдержать такое тоже. Я надеюсь, ее найдут скоро. Не представляю, на самом деле. Блин, как мне повезло вот с родителями совсем. У меня было клевое детство. Реально было клевое детство. И... безумно жаль, и сердце болит, когда я слышу истории о домашнем насилии, как дети страдают. И не только дети. Токсично, очень токсично порой бывает. Я не хочу идти домой. Знаешь, я не хочу тоже идти домой. Я буду просто чувствовать себя одиноко. Я знаю, что моя мама не любит меня особо, но... Да, WSAD, чтобы двигаться. Кнопка мышки, чтобы взаимодействовать. Хорошо, хорошо. Слушайте, такое ощущение, как будто та же станция из предыдущего видео про поезд. Хоррор от Chillest Art про поезд. Посмотрите, вот здесь вот. Сейчас вскочит подсказка, перейдите, не забудьте. Тоже очень крутой хоррор. Реально очень похоже на эту станцию. Такое ощущение, как будто тот же самый ассет. Ладно. Мы бежим. Ой, как я... У меня сразу такие флешбеки от Silent Hill и от всех подобных хорроров с видом от третьего лица. Почему-то они особенно меня пугают. Использовать? Да. Войти в метро. Enter. Войти в метро? Так мы же уже в метро. Зачем нам входить в дополнительное метро? В какую сторону идти? А, мне не нужно идти назад. Нам нужно идти сюда. Становится поздно. Я должна пойти домой быстрее. Но мы все-таки отправились домой, несмотря ни на что. Конечно, ведь тут причина-то не в том, что мы решили не идти таки домой. Стоп, нам вот в эту сторону нужно идти. Причина в том, что мы не смогли... Странно, что это сейчас с камеры было? Мы просто не смогли добраться. А в какую сторону идти?
Не сюда. Вот сюда. А, я не хочу идти домой пока что. А что ты хочешь делать? Бродить здесь? Что ж там дома происходит, что лучшая альтернатива для тебя ходить здесь ночью одной? Никого же нету. Ладно, пойдемте вот сюда. Погодите, ну там был женский мужской туалет. Я думаю, нам нужно посмотреть. О-о-о. Слышите? Видите? Слышите? Видите? Использовать, зайти, да. Хорошо. О. О, девочка! Подруга, плачущая девочка. Погодите. Ты что плачешь? Привет. Ты в порядке? Почему ты плачешь? Я просто... Я не хочу идти домой. О, я тоже. Ты тоже? Кажется, мы с тобой похожи. Но мне нужно идти домой. Нет, ты не можешь уйти. Почему? Ну, не нужно оставлять... Потому что она монстр? Я не знаю, она демон? Она сейчас будет смеяться, да? Оу! Мы из-за текстуры провалились, или что произошло? Немножко. И она исчезла. Что произошло, блин? Что произошло, фонарик? О, боже мой, сейчас будет темень. Что произошло? Мне нужно попасть домой. А, теперь ты хочешь домой, наконец-то. Нажмите F, чтобы включить фонарик, или чтобы открыть инвентарь. Нажмите это, маус-скролл. Это листать предметы. F, фонарик, инвентарь. Все, усвоили. Ой, стало адски темно. Я не могу идти. Что произошло? О, темно. Мне страшно. Если вы останетесь в темноте слишком долго, the be red meter, что? Красный метр, метр паники, наверху экрана начнет повышаться. Если он достигнет лимита, вы станете... Вы запаникуете. И что это почувствует? И заставит врага вас почувствовать. Будьте осторожны. Вы не можете взаимодействовать ни с чем, пока паникуете. Вы должны оторваться от врага, чтобы успокоиться. Хорошо. Я не вижу, кстати. Ну, мы-то в темноте сейчас. Ой-ой-ой. В адской темноте. И куда же нам идти? Наверное, вот сюда нужно идти. Блин. Ну ладно, побежали. Все, хорошо, мы на свету. Слава богу. О, блин, что-то мне мерещиться начало. Успеем ли мы добежать до того фонаря? Вот-вот-вот-вот-вот-вот, мы здесь, светло есть. Ура. А с чем мы можем взаимодействовать? Давайте дальше идти. Все хорошо, мы на свету снова. Что-то тут сложно понять, где свет, где нет. Ну вот тут точно светло. Под лампами всегда светло, смотрите. Помните, не забывайте про ключ от шкафчика. Окей, хорошо. Нам нужно найти где-то этот ключ. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой! Вставай, 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 вставай! 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 Я же был в темноте! Ой, на свету! Я был на свету! Враг может и так нас найти. Будь все проклято. Как же я обосрался. Так, позвонить, сохранить. Мы сохранили прогресс, окей. Мы не сможем выйти из этого метро, пока... Я не знаю, что. Я не знаю, что нужно сделать. Оставайся на свету. Мое горло не было готово к таким крикам. Ладно, хорошо, это возможность сюда пробежать. Очень неприятные звуки издает. Паника! Сейчас начнется паника! Быстрее, 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 быстрее! На свет! Куда мы приближали? Куда? Я не понимаю. О! Туалет? А, мы здесь были. О, ладно, хорошо. В мужской пойдем. Может, что найдем? Что это?
А, окей, хорошо, класс. Я не знаю, для чего это. Я ж ничего не вижу, да что со светом происходит? Какой мерзкий свет! Девочка моя, ты должна была раньше домой пойти. Что это? 389-1270-908 в красном. Что? Что? Почему в красном? Кажется, это телефонный номер. А что, должен типа запомнить? Сейчас, погодите, давайте сфоткаем на всякий случай. Кто знает? Кто знает? Может быть, нужно запомнить все-таки. А пока мы взаимодействуем с чем-то монстром... Черт, 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 черт! Сюда! В туалет! Ты встань! Да встань! Какая дичь! Блин! Господи, как это неприятно! Как будто она что-то под... Блин! Да что ты упала? Встань, я тебя умоляю! Слушай, пока мы падаем, та нас не... Это... Нас ждет. Очень... Блин! Сколько мне бежать? Как мне оторваться? Телефон! Да господи! Бегаем, бегаем, бегаем вокруг! Бегаем вокруг, мы паникуем! Мы не можем ничем взаимодействовать, пока она за нами бегает! Как мне от нее оторваться-то? Я не понимаю. Все, вставай, вставай. Успокойся, успокойся, успокойся. Блин! О, она была здесь! Она просто очень вежливо меня подождала. Слушай, я не могу оторваться от нее. В туалет! Да куда ты присела? Че ты? Что ты присела? Блин! Слушай, это просто... Это просто неизбежно. Какая-то девалица за нами бежит. О, смотрите. Кажется, все хорошо. Что это? Закрыто. Блин! Че ж ты сюда-то побежала, а? Ах, пот проступил, но не холодно, а очень теплый. Ну все, началось. Скользкий пол, да? Да как нам быть с тобой? Как нам? Надо как-то наше разногласие разрешить прямо здесь и сейчас. Все, все, встали. Все. Ушла. Ес, ес, ес. Главное зайти. Так, это закрыто. Вот, давайте наберем. Позвонить. А! Нужно запоминать, отлично. Давай, мам, поднимай, ну поднимай. Мама, вызови такси, пожалуйста. И чё? Алло? Молчание. И нахрена? Что-то да получилось. Есть! Я понял, хорошо. Вот, нам нужно сюда. Фонарь-то включи, бич. Вспомни бы теперь, где это место. Ладно, ладно, да что ты сразу падаешь? Смотри, она стоит, ждет, пока я встану. Ладно, хорошо. Нет, не здесь. Ау! Ау, было больно. Было больно, неприятно. Все, все, оторвались, 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 оторвались. Кажется, или нет. Да что ты? Мы об столбы, получается, бьемся и падаем постоянно. Как мне спрятаться? Вот, вот. Оп, 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 оп. А! Нет! А, смотрите! Но я не могу взаимодействовать же ничем. А может быть, нам не вставать? Ой, лучше встать! Ой, лучше встать, лучше встать! Нам просто дает нам фору! Просто дает фору! Прячемся за ящик! Блин! Вот за сюда! Черт! Я не могу! Тихо. Блин, да чтоб тебя! Что ты будешь делать? Нет, это просто боль. Нельзя биться в стены. Я, короче, от этого падаю, походу. Мы на свету, мы на свету. Все, все, все. Обратно. Есть. Есть, 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 есть. Все. Все. Сейчас будет прогресс. Слушайте, ну это очень неприятно. Хоть я и начинаю потихонечку привыкать, но все равно я вспотел. Безумно вспотел. А тут кондей, между прочим. Так. Что-то закрылось. Что-то закрылось.
И нахрен я закрыл? Что я взял? Ключ от... ключ от секьюрити комнаты. Так, оно где? Оно где? Секьюрити комната, это вообще где? Тут можно как-то присесть? Вот это секьюрити комната. Закрыто. Ключ! Давай, открывай, бич! Есть! Закрыть. Есть! Открыть. Что это такое? Контроль... Мы открыли выход? Мы открыли выход? Ладно, еще один какой-то стикер мы собрали. Это бонусы. Это бонусы. Мы открыли. Какой выход? Выход, блин, куда? Так, опять в стену просто всадили меня. Давай, давай, давай. Встала, хорошо. Собралась с мыслями, где-то тут выход должен быть. Ты его найдешь скоро, девочка моя, не переживай. Я помогу тебе в этом. Главное, не паникуй так сильно. Главное, не бейся об стол. И просто беги, продолжай. Продолжай бежать. Ты медленно бежишь слишком. Вот было бы хорошо, если бы ты быстрее... Вот! Есть! Давай, 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 давай! Да, убегай! Вставай, убегай! О, стоп! Мы еще не все? Не прошли? Что происходит? Мне нужно найти свой велик. Он должен быть где-то припаркован в подвале. Нужно добраться домой быстрее. В подвале, но я-то иду наверх. Слушайте, монстр все еще будет угрожать нам? Так, звоним. Че как? Че по звонкам? Сохранить! Сохранили прогресс! Замечательно. Да, мы здесь, мы на парковке. Ой-ой-ой, тут темень. Че, ходит где-то наш недруг? Где-то велик здесь. Небольшой диссонанс возникает, ведь персонаж знает, где ее велик. А я-то не знаю, и получается, что она как будто бы забыла, где ее велик. Но хотя это тоже реалистично, ибо... Стоп, на свету. Ибо я... Бывает такое, что я забываю на парковке, где конкретно я оставил свою машину. Велик! Вот бы у меня был бы ключик электронный, что-то такое... И можно было бы найти свой велик, либо GPS. Стоп, а это что такое? Идем вниз, нам надо ниже. Черт! Черт! Сюда! Пробегай, пробегай, пробегай! Умница, умница! Хорошо, хорошо, хорошо! Прячься за машину, выключай фонарь! Да! Вот это вот очень сильно бесит, что мы падаем. Смог оторваться. Куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь? Да, вали отсюда. Правильно. Я тем временем успокоюсь. Мы уже в подвале? Это подвальная парковка? Или нам нужно просто тупо еще ниже пойти? Еще ниже надо. Вот. Да, мы просто так через эти парковочки сейчас пройдем. Еще ниже. Ты что? Ты есть кто? Моя мама купила мне плюшевого животного на мой день рождения. Я каждый день сплю с ней, каждую ночь. Класс, спасибо. Хорошая, cool story. Куда я? Че я? Где выход-то отсюда? Так, вот сейчас, так понимаю, на меня снова нападут. Нет? Хорошо. Очень хорошо. Слушайте, а мы... Стопы. Давайте на свет пойдем. Я правильно вообще... Да, я правильно, вот сюда нужно идти. Другого выхода-то нету. Вот сюда. Главное теперь не попадаться на глаза этому чудищу. Она куда-то туда улетела. Чё по великам, друзья? Чё по великам? Я не вижу ни один велик. Кто так вообще паркует машину? Чё здесь происходит? Я уже не в этом мире. Ох, миновали. Нам нужно еще ниже, по-любому. А, нет, заставлено. Нужно сюда идти. Паник мод! Паник мод, быстрее. Стоим, отдыхаем. Есть! Так. Наверное, еще ниже? Или что? Нет. Все. Вот. Мы здесь точно его найдем. Слушайте, быстрее. А, нет. Где она? Вон она! Все, хорошо, очень хорошо. Very good. И либо еще ниже. Да, господи, сколько же... Насколько же надо вниз идти? Нет, не сюда.
Только не говорите, что нужно будет подняться наверх, потом еще вниз. Я так никогда не найду ничего. Нет, 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 вон она, вон она, вон она. Твою мать, вот уж обидно, как было сейчас. Хорошо, давайте пойдем вот здесь. А-а-а! Слушай, она прям быстро так подбегает ко мне! Быстро сокращает дистанцию! Нехорошо! Это нехорошо! Слушай, походу нам реально нужно ниже. А, вот смотрите, еще вниз можно пойти. Нашел. Фух. Стой, 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 все, перестань, перестань мне тут. Это что, с бумажкой? Просто так бумажка лежит. Где-то здесь мой велик? Вот сюда. Как здесь жутко, блин. Че там, под лестницей есть что-нибудь, какой-нибудь лут? Нету ничего. О, что это такое? Что это за стрёмное место какое-то синее? Хорошо. Вот здесь бежим. Под фонарики встаем. Где-то мы сейчас найдем велик. Только не сюда, да не сюда, не сюда. Не надо. Идет сюда. Стой. Да, господи, а, ну что ты будешь делать? Что ты будешь... Смотрите, светло, приятно. Вот, велики. Закрывай. Есть, 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 и какой из них мой? Неужели вот этот раскорёженный? Мой велик. Это мой велик. Нет. Нет. Я плачу не потому, что он раскорёженный, а потому, что он настолько больше меня. Это даже не мне велик купили, это батин. Мой велик. Слишком он огромный. Опа, что за? Она немножко открыта. Я могу пролезть. Конечно, пролезть. Домой в любом случае. Во что бы то ни стало. Почему так много великов? Очень непонятно. Мы где вообще? Мне нужно дойти до автобусной остановки. Я не пойду пешком. Здесь нету... А так, теперь где здесь остановка автобусная? Надо найти автобусную остановку. Что это за место? Какие же криповые локации. Опа, смотрите. Что это? И это что, харае? Что такое харае? Харае – один из четырех основных элементов синтоистской церемонии. Целью является очищение от загрязнения или грехов и нечистоты. Окей, вот немножко, минутка образования. Мы что-то новенькое узнали. Злые духи ненавидят эту штуку. Вы можете вытащить харае, используя Q. Вы можете использовать, чтобы отогнать духов злых. Смотрите, вот так типа. Ага, пошла ты! Да, отлично. Все, хорошо, идем. Еще харай юзаем. Понял. А куда идти? Что-то изменилось или мне кажется? Где фонарь? У меня что, нет фонаря? О, прогресс, погодите. Прогресс. Взять, сейв. Что там по фонарю? Куда делся? А может и нафиг? А! Отогнать! Есть! Сработало! Ха-ха-ха! Получила по харе, хараей! Хорошо, тут фонарь не поможет нам. Идем вот туда. Там светло. Что это за звук? Манит. Он манит. Он манит. Что это? 100 йен? Уу! Не знаю, зачем, но всегда приятно найти 100 йен. Вон оно! Вон оно! О, стикер! Коллекционка. Почему бы и нет? Гей, милый котик! Где теперь нам искать автобус на... Стоп, паника, паника, паника! Избавиться от паники? Все хорошо. Я вижу автобус. Я вижу. Стоп! Гана! Че, вообще насрать? Так, ушла, ушла, ушла. Все, 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 испугал, испугал. Ау! Предался. Харай своей. Есть, мы нашли. Вот, вот здорово. У меня нет денег. Нужно 400 йен. Блин. Я слышу. Я слышу. Ща по чирику так соберем. Где она? Здесь? Ну-ну-ну-ну. Больно, страшно. Все-все-все-все-все-все-все. Отдыхаем. Блин, как это неприятно! Что ты делаешь?
Как это было стрёмно. Есть! Нашли еще 100 йен. Давайте в магаз зайдем, там по-любому. Как неожиданно! Очень агрессивный монстр. Стоп! Прогресс! Сейф! Магаз открыл! Магаз! Нет. Идем сюда. Где? Где? Она прям вообще за пределами карты бегает. Ей наплевать, где бегать. Наплевать, куда и бежать. От нее не спрятаться нигде. Опа, коллекционка. Черт! Ладно, хорошо. Выживаем. Она интенсивно начинает нападать. Блин! Как неожиданно, как резко, вообще без предпосылок. Вон она стоит. Слышь ты, ушла. Супер скорость. Слушай, может мне все время вот так бежать? Ну так и не могу бежать. Ладно, ничего, она просто один раз нам по щам ударит, но мы стерпим. Мы стерпим. Все будет хорошо. Слышите? Ага. Ну где? Есть. Есть. Так, быстро на свет. Быстро. Свет! Есть. Немножко, ребят. Последний осталось. Последний рывок. Слушайте, так много стикеров. У-у-у. А, погодите. Девочка! В прошлую ночь мне было трудно уснуть. Моя мама сделала мне какао. Я выпила его. Это помогло мне уснуть. Было хорошее какао и много молока. Тихо, 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 тихо. Что такое? А что тебя харай уже не пугает, нет? Паника. Потому что паника, может быть, она не такая сильная. Я как бы еще собираю историю этой девочки. Слышу. Здесь. Ура, наконец-таки. Сейчас отдохнем. Чуть-чуть. Бежим. Ага. Этот звон приятный. Все, подобрали? Подобрали. Скорее. Скорее на автобусную остановку. Сваливаем отсюда. Нет-нет-нет, не паникуй, не паникуй, все хорошо, все хорошо, все замечательно. Вот сюда нужно добежать. Что-то она перестала на меня нападать, да? Заметили? И я потерял автобус на остановке, и вообще без понятия, где она теперь. Сдается мне, сейчас направо нужно будет добежать. Да. Да, хорошо. Yes. Супер хорошо. Че? Че теперь есть? 300! А! Еще 300! Это удручает, честно скажу. Ладно, давайте бегать дальше. Так оно отошла! Не надо мне тут! Так что отошла, слышишь? Видишь? Светит! О, блин! Вижу! Вижу горбатую школьницу, большая. Ага, отошла, 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 отошла. Все, вали. Ох. Так, мы снова на начало прибежали, кажется, да? Да, вон там синий свет. А что происходит? Эй, что происходит? Почему я встрял? Почему я встрял? Нет. Нет, 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 я застрял. Прикиньте. Прикиньте, как тупо. Просто застрял в текстуре. Здесь. Ладно, давай иди сюда. Ударь меня. Ага, это меня выпустит? Черт. Нет, она просто сейчас беспощадно забьет меня. You die. Еще один стикер. Слушайте, мне бы лучше столько монеток давали. Опа, что это? Еще до... Когда я была в 4 классе, я начала работать с раннего утра и до поздней ночи. Мне нужно было не быть такой эгоисткой, перестать быть такой эгоисткой в отношении своей мамы, которая работала очень тяжело, работала каждый день. Стоп, 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 стоп. Паника. Паника. Да что тебе, да что тебе? Свали, свали, свали. Свали, отдохни. О, смотрите, как дрожит бедняжка. Только не застревай в текстурах, я тебя умоляю. Оп, 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 оп. Хорошо, стикер есть.
Господи, вот так вот посмотришь на эту игру и просто поражаешься, какие страдания приходится выносить бедным школьницам. Вот, еще одна девочка. Воу, 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 ты что сзади подкрадываешься? Не надо так делать. Окей, хорошо, расскажи историю. Я любила говорить с моей мамой, когда готовила. Потому что она слушала меня и улыбалась, когда я готовила. Походу, девочка вообще делала все сама. И ей внушали, что она бездельница, эгоистка. Таким образом манипулировали ей, заставляли ее делать все. Куда-то я наверх поднимаюсь, вообще без понятия куда. Что это такое, зачем? А может быть, так и надо? Я просто даже и не вижу толку. Ой, что происходит? Встань, 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 встань! Встань, встань. Встань, все хорошо. Очень высоко куда-то иду. Что это? Еще одна девочка. Я хочу быть как моя мама. Она всегда говорит, что я ее сокровище. Класс. Я сюда только ради этого пер. Спускаемся с оберегом в руках. Все хорошо. Там просто написано, что ты паникуешь. Но это только тебе внушает. Ты не паникуешь. Вообще ни капли. Видишь? Не позволяй себе навязывать какие-то идеи и мысли. Еще одна девочка. Я сделала эти кексики с моей мамой. Они были такими вкусными, что мы обещали сделать их снова. Кексики ты сделала, девочка, пошла ты со своими проблемами. Думаешь, у тебя проблемы? Я не могу 300 йен найти. О боже мой. Девочка, сколько тебя здесь? Я пыталась купить сладости на деньги, которые мне дали на Новый год. Но она очень сильно взбесилась. Я бы отдала их маме тоже, но она подумала, что я прожру их всех сама. Погодите. Погодите, почему? Сейчас, 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 стоп. Почему у меня всего только две монетки, когда я их нашел целую кучу? Так, я сложил свои йены сюда, вот к этой табличке. Тихо, 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 тихо. И осталось еще 100 йен. Где? Может, она мне хочет дать 100 йен, я не знаю. Может, она мне даст немножечко йен. Ну-ка, давайте сзади подойдем, по стелсу грабанем. Нет? Что-то она меня пощадила, не знаю почему. Так, применить. Нужно еще 100. Короче, мне пришлось перепройти игру заново до этого момента. Так, я собрал все. Теперь их всего 3 только надо. Почему? Что случилось-то с теми, которые я ж кучу собрал? Ой, ладно, все. Продолжаем прогресс. Боже мой, я час убил на то, чтобы найти еще йен. Но их не надо было искать, потому что это был баг. Нужно что-то... Жертвоприношение какое-то? Что-то поднести. А что? Это? Нет. Все, теперь я снова... О, нет. Теперь я снова буду бегать беспомощный. А какая цель у меня сейчас? Попадите домой. Ой, это бы с удовольствием. А где дом? Я же не вижу ничего. Девочка, ты в порядке? А ты не монстр случайно? Ой, ой, не знаю, пофигу, наверное. Не мои проблемы. Что я взял? Черт, 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 сейчас, сейчас. Ты мертва? Нет. Блин, как все это нехорошо. Спасись уже. Потеряй ее. Чё-то я упал. Есть! Огромный ключ! Что за ключ? От ворот. От каких? От... Нет, паника, паника. У-у-у! Она была здесь! Врата, 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 врата! Где-то надо найти врата, быстрее! А, черт, угол! На поворотах я чуть не очень аккуратный! Где все? Где все? Куда ткнуть себя? А, не ори! Не ори на меня! Не ори на... О, девочка! Блин. Так, а вон она стоит. Свет, свет, свет! Нет! Свет мне не поможет! Правильно еще? Не сюда бегу! А-а-а. Девочка! Где? Боже мой! Стоп, смотрите.
Кажется, все. Девочка, че, как дела? Расскажи. Я нарисовала картинку preschool. Не знаю, что такое preschool, какая-то школа. А, детский сад, наверное. И только моя мама знала, что я нарисовал лягушку. Что? Preschool, я не знаю, кто такой preschool. Че за врата? Давайте сохранимся на всякий случай. Значит, сюда не надо. Здесь очень узкие коридоры. Мне будет трудно избегать эту тварь. А я бы очень хотел ее избежать. И та девочка, я не знаю, она мне просто указала, получается, дорогу, что вот сюда беги, здесь ключ от врат. Какие врата? О, стикер! Это не забываем. Смотрите, вон там свет. Вот здесь какой-то проход. Опа, мусор. Мы прошли сквозь мусорные мешки. Хорошо. Чую, мы где-то здесь уже почти что. Да, надо просто бежать от света к свету. От света к свету. И что-то найдем. Ой, блин, походу тут... Есть! Врата! Давай ключ! Открывай! Есть! А смотрите, я в темноте полный, но паника не нарастает. Я, кажется, привык уже. Куда? Наверное, сюда? Паники нет? Вижу там девочка. Ладно, пойдемте спросим. Спросим, куда пройти. Так, когда я засыпаю, она относит меня в своих руках обратно. Или на спине. Но иногда я притворяюсь, что сплю. Никому не говорите, хорошо? Чертовы дебильные истории. Зачем мне их вообще слушать? Мать тебя не любит, очевидно. Даже не знаю, куда она тебя несет на своей спине. Продать на черном рынке, что ли, я не знаю. Опа, прогресс. Конечно, сохранить прогресс. Опа. Так. Что-то клевое намечается. А в какую сторону идти? И почему я больше не паникую? Я все-таки не понимаю. Я решительно не понимаю, почему я перестал быть таким циклом. Окей, нам не сюда. Это тупик. Но куда же нам? Неужели я так каждый раз хожу домой? Все из-за той девочки в туалете в самом начале игры. Это она проклятие на меня наслала. Так, это не сюда. Это не сюда нам надо податься. Но куда же? Я не понимаю. Что? Что? И вот сейчас надо подождать. Ждать вместе с ней? Бегай по кругу. Ты долго будешь? Куда? Нет, споткнулся. Пожалуйста, да быстрей. Как же больно, подсрачник, мне отвесили сейчас. Куда? А! Черт, я не понимаю. Я всего лишь маленькая девочка. Нельзя со мной так. Я люблю коллекционировать стикеры и общаться с призраками. За что со мной это все? А может быть поэтому? Потому что я люблю общаться с призраками. С разными маленькими призрачными девочками. И поэтому я натыкаюсь на больших призрачных девочек. Так спотыкаюсь позорно. Обратно. Она орёт, как ворона. Так, отлично. Поезд проехал. Сейчас мы... В обраточку. Бежим. Скорее. Все, он проехал. А значит, мы в безопасности. Да, и, кстати, от нас отстала сразу она. Какая же она бесивная. Все, можем идти, ну наконец-то. Опять мы в каком-то городе. Это еще не дом. Я почти там. Где мой дом? Я знаю, что он где-то здесь. Ты че, блин? Что еще ты от меня хочешь?
Девочка, которая живет в здании 35, машет рукой каждое утро через окно. Но она живет на втором этаже, и трудно заметить ее лицо оттуда. Я живу в здании справа через... справа от ее здания. И я сказал ей, чтобы она поднималась на четвертый этаж, чтобы я мог видеть ее лицо отчетливо. Это что, пазл какой-то? Здание 35 вон, я вижу. Хорошо, пойдемте туда. Там живет эта девочка. Это, видимо, какая-то первая подсказка. Хорошо. Я надеюсь, что сейчас на меня не будут нападать. Прямо сходу. Дадут немножко отдышаться. Я вижу девочку призрачную. Пойдемте потрещим. Побазарим с ней. Чё скажешь? Чё ты? Нечего... Ей нечего сказать. Какого фига? Ладно. 35. Со второго этажа. Вот, смотрите. Девочка, которая живет... 35-м... Та-та-та-та-та... Со второго этажа. На четвертом этаже. Это я всем машу, интересно? Мне просто любопытно. Или не я? Это про меня говорят вообще? Это мой дом? Погодите, стоп. Четвертый. Я машу со второго этажа. Это вот первый этаж. И второй. Это мой дом? Да. Но мой ключ не подходит. Это не мой дом. Нет. Стоп, погодите. А это точно был второй этаж? Или это третий все-таки этаж? Тут где-то цифры, блин, есть. Вот же второй этаж. Ха. Не подходит. Значит, третий и четвертый. Окей, а что если справа от 35-го это мой дом? А, значит, справа от 35-го. Я с четвертого... и я с четвертого этажа... Хочу увидеть ее, как она машет мне. А, right across. Не справа на другой улице, а прямо напротив ее. Вот дом 35-й. И вот четвертый этаж, судя по всему. Значит, смотрите, мы поднялись. Это этаж первый. Это этаж второй. Третий и четвертый. О, да! Хорош! Мы дома. Я дома. И что мне делать? Так, здесь туалет. Здесь спальня. Но ведь это не мой дом, да? Это мой дом, но в параллельной реальности. Смотрите, я не могу бежать. Я иду очень медленно. Что я должен здесь найти? Это моя спальня. Да, это вот тот тушкан. Вон тот оберег. Какая цель у нас, я не понимаю. Или, может быть, девочку нужно на балконе увидеть? Это ванная, это не балкон. Что, мама? Когда ты возвращаешься домой? А почему ты не возвращаешься домой? Мне одиноко. Это я что, задействовал унитаз, и она реплику-то дала? Я не понял. Почему туалет? Что в нем особенного? Я что, мать в туалет спустил? Скорее всего, это единственное объяснение. Здесь что у нас? Вы... Что? Как это... Звук. Идем. Звонок в дверь? Сдержал крик. Это моя комната. Я смотрю на вход, и дверь медленно открывается. Мама, это ты? Но на что, что? Это была мама за мной бегала? Это домашнее насилие. Она подошла с озабоченным видом ко мне.
Почему? Что ты делаешь? Твоя рука. Тебе, ты ранена. Где ты? Погоди, я позабочусь о тебе. Мама бежит из комнаты. Нет. О, нет! Я посмотрела и вижу, как моя кровавая рука оставила след на кровати. Я... Мама заходит в комнату и достает аптечку, набор первой помощи. Она, наверное, очень спешила достать ее, потому что я вижу содержимое ее сумки, раскиданное по всему коридору. А? Я не могу удержаться от смеха. Ты сама это сделала с собой? Я школьница, которая себя просто порезала? Зачем ты сделала это? Мама смотрит на мою руку и бережно завязывает ее, перевязывает, несмотря на меня никогда. А я смотрю на нее, я вижу ее глаза все слезятся. У тебя был плохой день? Может быть, это... Она держала рот на замке после этого и сдерживалась. Это во всем виновата твоя мама, не так ли? Я не знаю, что сказать. Ты меня ненавидишь теперь? Слезы полились из ее глаз. Интересно, я когда-нибудь видела свою маму плачущей? Она сильная мать, которая никогда не показывает свою слабость. Тот факт, что она такая сильная мать и плачет, заставило мое сердце болеть. Извини, мне очень жаль. Я довела тебя до такого. Я ничего не могла сделать, кроме как обнять ее. Мы вместе плакали. Я люблю тебя, Рина. Ее слова были такими теплыми. Я знаю, что это было все, что я могла сказать в этот момент. Эта девочка. Интересно, что она пытается мне сказать? Она чувствовала себя так же? Нет. Она держала на своих плечах нечто более тяжелое. Но я в порядке. Я могу сказать это теперь. Что я буду теперь делать? Что я могу теперь сделать? Киса! Киса идет. Окей, как всегда, очень странный экспириенс нас ожидал в этой игре. И пришлось перепроходить игру просто так, из-за бага. Это немножко удручает и портит впечатление об игре, но в целом это было жутко. Поначалу вообще пипец, как я не ожидал появления этой огромной школьницы. Огромной дилдо-школьницы, вот, японские, разумеется. Вот что меня пугает по-настоящему. Вот то, перед чем я не могу устоять... В плохом смысле, и бегу, поджав хвост. На самом деле, да, тяжелая тема в этой игре раскрывается. Я знаю, что люди, очень многие, испытывают огромное количество различных проблем. И не только дети, которые страдают от домашнего насилия, но и сами родители, которые, знаете... Все, каждый по-своему несет какой-то огромный груз на плечах, и все по-разному справляются. Есть сильные люди, которые могут, психически сильнее, я имею в виду, которые могут многое выдержать на своих плечах. Есть те, кто мало могут выдержать и слетают с катушек. И это выливается как и в родителей, которые применяют домашнее насилие, так и в детей, которые его получают. И даже есть дети, которые, казалось бы, вот все нормально у них. И то у них крыша съезжает, они начинают каким-то образом себе вредить, сами того не понимая, или не в силах этому противостоять. И иногда даже бывает, что вообще все... То есть, понятно, есть дети, которые там в школе очень большие проблемы, я знаю,
что такого очень много в мире. И если просто бывает такое, что все отлично, ну вот прям реально все отлично, но почему-то ты страдаешь внутри. Все, что можно посоветовать здесь, это идите к психологу, друзья. Если у вас есть такие проблемы, если есть такая возможность, или читайте книжки по психологии. Это тоже помогает, реально. Там нет возможности покупать, просто качайте их на халяву через интернет и читайте. Даже это реально есть какое-то в этом облегчение. В общем, все, что может вас, вашу ношу облегчить, используйте как только можете. Вот, я просто надеюсь, ребят, что у вас все окей. Очень хочу в это верить. Как вам игра? Если понравилось, друзья, если было стрёмно, вместе со мной попугались, адреналинчик словили, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Все будут ссылки в описании. Ну а с вами был я, Юджин, и всем напоследок мощную петюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять!